В мае группа жителей Дашковой Песочни стала собирать подписи. Сейчас их число уже перевалило за 3000. Против загрязнения атмосферного воздуха в своем микрорайоне. Люди говорят, что уже просто устали задыхаться от неприятного зловония, регулярно исходящего от предприятий Южного и Восточного промышленных узлов. Они жалуются, что пока им не удается получить на руки документы о реальном виновнике загрязнений. Нас всеми способами стараются отстранить от получения такой данной информации. Наверное, прямым образом это получить невозможно. Возможно, надо будет действовать через прокуратуру и суд, потому что другими способами получать документацию достоверную, которую мы, согласно Конституции, имеем право получать, состояние окружающей среды, здоровья, населения и так далее, собственно говоря, нам никто не дает. Впрочем, сами жители собираются отстаивать свои права исключительно в правовом поле. Конечно, инициативная группа на самом деле сейчас достаточно серьезная, такая, можем сказать, даже компания. Вот. Но мы не собираемся никому противостоять. Еще раз, и призываем людей быть осторожными, не поддаваться на провокации. Пожалуйста, защитите своих детей, но только всеми законными способами. Жителям Песочни помогают специалисты из экологического Рязанского альянса. Ведь эко-обстановка в Песочне сложилась, по их словам, ужасающая. Ну, там достаточно такой букет большой, но самое вот такое как вопиющее, то, что по этим результатам этих исследований, это вот там по сероводороду, вот, я говорил, последние данные, то, что в мае было как раз после праздников и на празднике, и то, что в этих отчетах отразилось, то, что вот было превышение там 5 ПДК, а в прошлом году у нас есть отчет от Министерства природопользования и экологии, такой именно годовой. Там в августе прошлого года в 20 с лишним раз было превышение. Очередная встреча жителей Дашковой Песочни, активистов и экологов пройдет завтра вечером в Скобелевском сквере.